Новый паркинг поделен на два блока. Один со стороны Ключевской, второй с Тобольской. Здесь несколько въездов и удобный подъем на второй этаж. Автовладельцы с нетерпением ждали этого открытия. По ночам, иногда, когда оставляешь машины без присмотра, происходит часто угон, вскрытие машины и потери ценных вещей. Так что я думаю, что это очень хорошо, что у нас появилась такая возможность, чтобы хранить машину безопасно. Фирма, которая заключила договор с администрацией города на строительство этого парковочного комплекса, вложила в него 72 миллиона рублей. Как результат, 715 машиномест. И это рекорд для Улан-Удэ. На сегодняшний момент цена на автопарковке составляет 100 рублей в сутки машиноместа. Но в зимний период она будет увеличиваться. Ну, порядка 150 рублей она будет, скорее всего. И это при том, что стоянка отапливаемая, оборудована камерами видеонаблюдения, противопожарной системой и системой автоматического учета автомобилей. На официальном открытии присутствовал и мэр Улан-Удэ. Как сообщил градоначальник, это не последний крупный проект такого рода. Дорогие друзья, нам надо с вами привыкать к тому, чтобы наш город был чистым, был аккуратным. Наш город, там, где стоят сегодня у нас временные сооружения, гаражи, у нас должны находиться парковые зоны. И сегодня это знаковое событие, которое позволяет нам надеяться на то, что дело сдвинулось с мертвой точки. В будущем город намерен поддерживать предпринимателей, которые планируют строительство крупных парковочных комплексов. Ася Касьянова, Виктор Иланцев, новости дня.